Улица Вилоновская, которая ныне называется Вилоновская, а тогда это Александровский спуск, Струковский сад, Таня, Красноармейский спуск. Низкие домики, купеческие усадьбы, церковные купола, Волга. Городской пейзаж залит чуть розоватым светом. На этой картине последнее мирное лето царской России, август 1914-го. Каждый сантиметр художественного полотна Александра Баканова досконально выверен. Я шагами мерю. Я не доверяю никаким путеводителям и картам, и открыткам. Я шагами меряю многие вещи, сопоставляю масштабы, записываю их. Уровни, масштабы высот сопоставляю, как это было, на какой высоте, на каком уровне располагался второй этаж того дома, на той Саратовской улице. Кабак, в котором любил отдыхать Горький, пристань, где бывал Шаляпин. На картинах Александра Баканова много людей, строений и предметов быта. Художник уверен, прочувствовать вкус той эпохи можно, лишь собрав как мозаику все мелочи воедино. В живописи отражены и самые славные страницы самарской истории. Хлебный город, всероссийская кормушка. На этой картине одно из важнейших мест старой Самары. Вдоль реки протянулись хлебные амбары. В начале 20 века хлеб отсюда расходился по всей стране. Картины Александра Баканова выставлялись в Третьяковской галерее. Их дарили президенту и патриарху. На выставке в Самаре более десятка полотен. Каждое можно прочесть как книгу. Самарские летописи, охватившие конец 19-го, начало 20 веков, как жизнеописание волжского города. Это вот то время, когда здания, улицы города были в том первозданном состоянии, в которое сегодня их хотелось бы очень привести. И показать, что вот этот исторический облик, он сохраняется и сегодня. Выставка «Самарские летописи» пробудет в здании областного правительства до середины октября. Алина Чемерис, Артем Сулайманов. События.